Здравствуйте, дорогие зрители, коллеги, друзья. Очередной дневник наш продюсер. Мы прям с площадки сейчас идем, ведем. За спиной у меня каскадеры стоят с сцены боя. Нападение разбойников на карету. Он уже снимает ее неделю. Вот это был сделан очередной дубль. Сначала идет общий танец, и потом точится каждый удар, укрупнение и прочее. Но сегодня в одно павильоне у нас две съемочные площадки сразу. За спиной здесь. Если мы повернемся в эту сторону, у нас здесь находится каземат, тюрьма, куда попадает главный герой. Вы готовились? Впервые, когда можно две камеры, объединенные одним ригом, который для нас сделал Флориан, можно носить на плече не только статикам, а еще и на плечном устройстве специально. Сейчас мы подойдем, мы можем посмотреть. Команда, мотор! Мотор идет. Wait, he's just a boy! Sit down! Скорее. Смотрите, а уже мы только с вами прошли в Крыму и видим, как там уже снова продолжается драка. На самом деле, нонсенс. Здесь только сделали сложнейшую сцену. Там сразу идет старт, здесь идет подготовка, так мы снимаем сразу одновременно две сцены. Спасибо вам большое, оставайтесь с нами, будем каждый день показывать вам новости с площадки.